Откуда у вас вообще такая идея возникла? Ну, как бы приручить волка. Вообще как? Специально цели такой не было задано ее приобрести. То есть она появилась у нас случайно, честно говоря. Охотники привезли ее. В мае, ну, сейчас, и маленьких слепых еще. Вот так вот у нас остались. Мы с антрогей, ну, отравили ее, она выжила. Чтобы волк тебя слушался, можно себя самого всего отдать. Но в данном вот случае, например, я с ней постоянно занимаюсь, да, она слушает, да и команды выполняет. Мы, допустим, с ней на поводке на улицу выйти не могли никак. То есть она разворачивалась и пыталась убежать в зад постоянно. То есть менять куда-то, спрятаться, вот такой паника. Катастрофичный, конечно. Сейчас все гораздо лучше уже. Самое главное, это его социализировать. Если социализация не произошла, то есть это будет не привык. Дальнейшие какие-либо занятия с болезнью, дрессировка, ничего. Да, он все равно будет сидеть все время дома. Поэтому это будет. Ну и второе, что она как бы самое главное, что это не на показ, это в принципе все, что она может, вся красота вот этих отношений видим только я и она, люди в основном этого не видят. Она ведет скрытый образ жизни от других людей. Все, что она проявляет по отношению к человеку, другие люди этого не могут видеть. Если она утром элементарно может прийти ко мне, залезть на диван, улечься со мной. Обязательно ритуал приветствия, оближет всего с ног до головы. Вот. Еще мяукает так вот. Вот так вот по-разному. Она мяукает, как большой кот, короче. Вот без этого приветствия утро как бы не бывает. Они очень сильно чувствуют настроение человека. То есть, как бы, если есть вот мысль в голове, а пойти ее поймать, все, она уже это чувствует. Если она не хочет тебе идти, она уйдет, чувствует это все.